тихо. Здорово, ночевали. Ты что тут сидишь? Здорово. Что случилось? Замок сломал. И что, в дом попасть не можешь? Да. А как ты его сломал? Ну, теперь тот раз забирали, помню, как я его открывал. А сейчас оттуда-то там это, задвижка, а с этой стороны только ключ. Ну и голову свернул, потому что ключом. Так... Потом поехал брат, у его запасной ключ, переночевал у него. Утром встал, поехал открывать. Ну, в общем. И не открыл? Не открыл. Ну, вставай. Ну, его заклинило все. Ну, ты вставай, кого сидишь. Я ему голову свернул. И там часть... Я заклинил. И там остатки ключа, что ли, в замке? А там у тебя замок-то там нарушечный, на почтовом ящике-то. Его пнуло, он упадет. А это не на веранду заходить, а в ком? В хату заходить, там внутренний замок. А, ты внутренний, в хату, которую сломал, ты не навесной? Ну. А что ты его закрывал-то, зачем? А? А зачем ты его закрывал-то, от кого? Да, вот спроси, зачем я его закрыл? Дрова-то наколол? Нет. А что? Ну, каждый раз, как топить, подкалывал. Ну, топило вчера-то? Вчера. Я уж как когда... Ты вчера у брата был? С воскресенья не могу попасть. Ты как со службы пришел домой, так ты вставай на питоне-то, не сиди, говорю. На рукавичках. А ты сюда пешком пришел? До Октябрьска, на 30 лет. А с Октябрьской пешком?